Китай масштабными празднованиями отметил столетие коммунистической партии страны. Это самая многочисленная партия в мире. В честь и уважение ее лидерам отдали на земле, в воздухе и даже в космосе. На центральной площади страны Тяньаньмэнь в Пекине прошло масштабное торжественное собрание с участием всего руководства Китайской Народной Республики и представителей различных слоев населения. Более 70 тысяч гостей присутствовало на празднике. По периметру площади были расположены 100 красных развивающихся флагов. Караул вынес на площадь флаг КНР под звуки 100 пушечных залпов. Си Цзиньпинь, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заявил, что великий дух, лежащий в основе партии, является источником ее силы. В воздух поднялась авиация с флагом Компартии и цифрами 100. Всего торжественно пролетели 29 вертолетов и 10 истребителей. Все компании и организации, участвующие в пилотируемой космической миссии Шэньчжоу-12, озвучили свои поздравления с днем рождения и повторно присягнули на верность Великой Коммунистической партии. Празднования прошли во многих городах республики. В городе Урумчи на северо-западе Китая были организованы масштабные световые шоу. Праздничными красками переливались небоскребы, инсталляции показывали вековую историю Компартии в видеороликах. 100 жителей, родившихся 1 июля, отпраздновали этот день вместе с партией. 100 тарелок лапши было подано для гостей. 100 студентов исполнили праздничную песню. На момент своего основания в 1921 году Коммунистическая партия Китая насчитывала около 50 членов. Сейчас эта цифра перевалила за 95 миллионов.